Вы оказались Правда? еще большими лжецами и подлецами. Нет, Саша. Нет, не нет, а да. Когда вы вот это, оказались когда вот это, когда вот эта волна, большими когда вот это, нет, когда вот эта подлость украинской власти, бандеровской, которая гнобит и убивает... Осмелилась сопротивляться вашей оккупации. Нашей оккупации. Слушай, если будет наша оккупация, война закончится в 3 дня. Что это за оккупация, что мы там на границе Донецкой области сидим? Да мы с Брянска пойдем. Ага. А еще больше, просто 3 ракеты влетит в здание президента, вашей я Рады понимаю. И вот этой, что у вас там, ЦРУшники на 3-м этаже здания сбусят. Вот 3 ракеты, и все, и вся оккупация закончится. Дальше начнется сумбур, где вы будете друг друга ложить, друг на друга кляузничать. И, собственно говоря, Украина ляжет за счет своих... За 3 дня до Киева, то есть у вас лозунг. Да это очень легко. За сутки, Саша, за сутки. Вот тогда будет война. Тогда вы поймете, что такое оккупация. Угу. Понимаешь, что значит с нами воевать? А пока то, что сейчас мы еще убили 14 мы тысяч, еще не... это все ерунда. Так, мы еще не пришли, Саш, понимаешь? Угу. Мы еще не пришли. Угу. Поэтому пока что вы можете вот эту всю хрень нести, но понимай, что... Ну, как бы все понимают, что происходит. Все понимают. Что вы грунтовыми водами за 3 дня дойдете. Что ваш верховный главнокомандующий засекретил потери российских военнослужащих в мирное время. А вам насрать на это все. Ладно, давай что-нибудь другое. С этим уже все понятно. Не хочу даже обсуждать эту глупость. Вот эту пропаганду. Она уже 5 лет, уже все разоблачено, все показано. Вот мой нас... язык – это язык вот... честности, добра и любви. Если я что-то придумал, так сказать, пусть нас кто увидит вот нас, пусть рассудит. Ну, рассудят, конечно. У кого есть мозги, они рассудят. Рассудят. Вещи своими именами надо называть. Своими я именами. Называю своими именами. Есть... Ну, когда мы придем гражданам к вам, лучше когда мы придем к вам, ты будешь другой говорить. Я ж тебе туда приду, Харьков. Я приду. Ты ко мне придешь? Да. Ну-ну, я посмотрю, как ты придешь. Ой, страшно, страшно. Ой, Саша, ой, боюсь. Ой, боюсь. Приходи, родной, я жду тебя. Где мой гранатомет? Приду, Саша. Сразу закричу. Приду, я. Саша. Самое интересное, знаешь, там сразу, пока я еще буду как-то там под Волчанском, еще не дойду до Харькова, там уже твои харьковчане тебя за жопу возьмут. Потом ссать будете вы, блин. Вы же не будете так же выступать. Замолкните. Только вас уже вы все проявили, вас уже всех на карандаш взяли. Потом будете так, как вот в 56-м там вешали этих бандеровцев на этих платформах автомобильных, усирались на виселицах. Вот будете сраться везде, блин. Значит, правильно все делаем. Готовься, Саш. Готовься. Я жду тебя. Давай, да. Договорились. Все, нехай ладно, пока. Стыть. Ребят, я свой, я помогу вам. Давай. Не бойтесь. Рассекляй ее. Скажи, ты будешь ехать сразу. Это моя любимая НЛО. Что, прорвались? Да, они вон на прикрытке стоят. Так, смотрите. Порыв сейчас. Отходи сзаду. Так, я ясно дело. Я помогу вам. Харьков, and you can see the soldiers behind me here sort of manning a checkpoint and the sound of shelling. We're just trying to get across just about 100 meters beyond this position is where we can see the wreckage of one of the blown up tanks.